Всем привет! Сегодня мы будем готовить одно из самых моих любимых блюд – это спрингроллы. Это очень вкусное и легкое в приготовлении блюдо, которое сможет приготовить абсолютно любой человек, даже тот, кто говорит, что умеет готовить только омлет. А также это очень интересная подача самых простых овощей. Спрингроллы у меня будут овощные, поэтому я буду использовать зелень, огурцы, морковка, цукини, также будет творожный сыр у меня и тунец. А, ну и еще я добавлю перепелиные яички, и самое главное, нам нужна рисовая бумага. Цукини нарезаем кольцами и обжариваем. Цукини я уже порезала и обжарила, перепелиные яйца я уже отварила, теперь нам осталось нарезать морковку и огурец. Будем нарезать соломкой, и нужно нарезать это все одной длины. Яйца также нарезаем, нарезать их будем пополам. Овощи я уже подготовила, теперь берем рисовую бумагу, опускаем ее ненадолго в теплую водичку, так чтобы она размокла, стала мягкой. Делать это нужно аккуратно, потому что пока она твердая, она может легко поломаться. Намочили, стряхнули лишнюю воду, выкладываем ее на ровную поверхность. И теперь будем начинять ее нашими овощами. Я для красоты, чтобы оно красиво было, сначала положу немножко петрушки. Сильно за края не выходит, потому что мы будем его заворачивать.
оливкового масла. Все это перемешаем. И слегка добавлю сахара, чтобы чуть-чуть сделать послаще. Такой достаточно густой получается. Немножко поперчим. Вот и все, соус готов. Вот и все, мои спрингроллы уже готовы. Как вы видите, это было очень легко и просто. А главное, это очень вкусное блюдо. Попробуйте это приготовить. Вам обязательно это понравится. Всем пока!